Всем привет! Это канал Вера Ларина. И снова мы вместе с вами в магазине Fix Price, который находится в городе Каменске-Уральском. В сегодняшнем видео мне хочется показать вам товары, которые мне понравятся так, чтобы захотелось их купить, а также показать товары, от покупок которых я бы воздержалась. Всем приятного просмотра! Искала я итальянское печенье, и вот я его нашла. Очень хочу попробовать вот такое с апельсиновым вкусом и изюмом. Мировая коллекция. Содержит отборный изюм. Изготовлен по оригинальному рецепту. 230 грамм. Цена 55 рублей. Сегодня я его возьму. Понравилась мне вот такая чаша с крышкой. Идеальное решение для дома и работы. Плотная герметичная крышка с клапаном. Материал нержавеющая сталь. У этой чаши двойные стенки, благодаря чему еда дольше сохранит свою температуру. Идеально подойдет для каши, супа, лапши, пюре и даже чая. Производство Kitchen Китай. Цена 199 рублей. Сегодня такая покупка тоже поедет к нам домой. Блокноты Emoji. Яркие красочные дизайны, интересное внутреннее наполнение. Мне понравился такой блокнот. Цена 99 рублей. Вот так он выглядит внутри. Цвета меняются, начинается со светлых тонов и переходит вот в такие уже насыщенные лимонные тона. Понравились мне надписи в блокноте. Мое настроение сегодня и как прошел мой день и моя активность сегодня. Их надо пометить вот таким смайликом. И потом, листая странички обратно, можно будет посмотреть, какое было настроение в определенный день. Кроме того, еще на каждой страничке вот такие смайлики. В общем, блокнот забавный, позитивный. И я думаю, он придаст настроение, когда будешь брать его в руки. Новые деревянные вешалки в продаже. Вот так выглядит край вешалки. Круглая деревянная речка. Две штуки в наборе. Цена 77 рублей. Произведено в Китае. Набор контейнеров. 4 штуки в наборе. Цена 99 рублей. 0,23 литра, 0,9, 1,5 и 2,65. Состав пищевой пластик. Не содержит бисфенола А. Произведено в городе Краснодар. Согласно инструкции, можно разогревать в микроволновке, соблюдая определенную температуру. И можно замораживать не ниже минус 23. Такие контейнеры можно мыть в посудомоечной машине. Но поскольку у меня уже есть такой набор квадратной формы, я решила присмотреться вот к такому набору контейнеров с крышкой круглой формы. Здесь контейнеры 0,3 литра, 0,55, 1,1 литр и 2,3 литра. 4 в одном. Производитель Москва. В этих контейнерах также можно разогревать в микроволновке, замораживать и мыть в посудомоечной машине. Так что сегодня этот набор поедет к нам тоже домой. Поддели для уборки. Щетка для посуды силиконовая. Размер 12 на 7. Цена 77 рублей. И производитель заявляет, что такая щетка для посуды хорошо моет, бережно очищает и не царапает поверхности. Цвет сиреневый, есть еще лимонный. Производитель Китай. Отзывы в интернете. Я нашла неоднозначные. Расход моющей жидкости в два раза больше, чем на простой губке. То есть пока хозяйки не одобрили такую губку. В общем, я пока воздержусь от покупки этой щетки. Тем более, что 77 рублей, я считаю, цена не маленькая для такой покупки. Вот давно я искала такую полку складную. Сегодня тоже она будет в числе моих покупок. У меня такая дома есть, но она меньшего размера. Здесь размер 14 на 38. Но тем не менее, я ее возьму. И даже не одну. Это очень удобная вещь. Цена 77 рублей. Производитель Китай. Состав полипропилен, нержавеющая сталь. Поехали дальше за покупками. Продажа мужские футболки с воротником пола. Размера 46 до 52. Вот это вот 52 размера. 100% хлопок. Воротничок вот так выглядит. Это футболочка серого цвета.
остался хвостик от ниток, почему-то его не обрезали. А так качество неплохое, футболка очень мягкая на ощупь, строчки ровные. На белой футболке, когда развернула, увидела еще и пятно такое. Так что смотрите внимательно. Для тех, кто интересуется, как я складываю обратно, показываю. Вот я эти две рубашки свернула снова аккуратно и положила на полочку. Цена такой футболки 199 рублей. Посмотрим дальше, что интересного увидим. Ну, такая же футболка женская с воротником поло. Цена такая же 199 рублей. Производитель тот же Узбекистан, но уже расцветки женские, розовая, красная и голубая. Размеры 42-44. Вот нашла еще 46-48. Состав 100% хлопок. Вот так выглядят женские футболочки. Качество хорошее. В отделе бытовой химии посмотрим стиральный порошок Ариэль в капсулах по цене 199 рублей. Вот я увидела уже открытую коробочку и хотела вам показать, что там находится. Вот таких 13 капсул с жидким наполнением, трехцветные, красивые с виду. Средство моющее, синтетическое, жидкое в растворимых капсулах. Очищает, выводит пятна, защита цвета. Отзывы в интернете неоднозначные. Из достоинств отмечает, что эта капсула хорошо отстирывает, красиво выглядит. Но есть очень большой минус. Это едкий запах, который совершенно не выводится от белья и даже от рук, когда вы достаете его из стиральной машины. Так что я пока такой стиральный порошок в капсулах и сама не куплю, и вам не порекомендую. Если у вас есть другое мнение, поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Не возьму я бычки обжаренные в томатном соусе. Мы такие уже брали один раз, и нам не понравилось. За 185 грамм цена 27,50. Вы тоже смотрите эти консервы? Да, я смотрю всегда производителя, обращая внимание, кто выпускает их. Во Владимирской области бычки не водятся. Поэтому я всегда смотрю только черноморские бычки. Вот они на самом деле очень вкусные. То есть вы такие купите или нет? Нет. Не купите? Нет. Дело в том, что эти бычки попадают с Черного моря во Владимирскую область в замороженном состоянии. Естественно, их размораживает, а потом только приготовляет. А вкус-то уже меняет. Спасибо вам большое. Просили меня показать, какая есть пряжа для рукоделия. Давайте посмотрим. Вот 100% акрил, 85 грамм, цена 99 рублей. Есть еще вот такая пряжа, 77 рублей. Пряжа из Троицка, Жасмин Эко, летняя серия. Так, какой состав у нее? 80% хлопок, 20% полиэстер. Розовый цвет и вот такой вот нежно-сиреневый. И вот цвет коралл. В Фикс-прайсе появилась сушилка для белья натяжная. 199 рублей цена. Такая сушилка компактная, идеально подходит для ванной комнаты или балкона. Сушилка снабжена функцией автоматического сматывания веревок и механической блокировки натяжения. Состоит из трех линий. Максимальная длина одной линии может достигать 2,5 метра. Суммарная длина линии подвеса 7,5 метра. Изготовлена она из полипропилена, произведена в Китае. Емкость для свечей-печи с декором, объем 2 литра. Такой контейнер пока я не покупаю, только что взяла набор контейнеров. А так, в принципе, тоже нужный, удобный, необходимый предмет. Два цвета, бирюзовый и малиновый. Внутри белый глянец и вот такой морской декор. Крышка вот так выглядит. Цена 77 рублей. Увеличительное стекло с подсветкой. Цена 99 рублей. Большая ручка. Само стекло большое. Размер увеличения 5-кратное.
батарейки в комплект не входят. Но мне нужно небольшую такую лупу, чтобы можно было удобно носить в кармане. И можно было прочитать состав продуктов в магазинах. Очень интересный светильник, светодиодный. Цена 77 рублей. Работает от 3 батареек, в комплект не входит. Этот светильничек предназначен для установки его на полках в шкафу. На верхней полке, на боковой стенке. Ну, в принципе, удобная вещь. Корпус двух цветов, стальной и черный. Книги серии «Ленивая мама» 77 рублей. «Магия царя Соломона» из серии «Здоровье 99». Художественные книги в ассортименте 77 рублей. «Обнаженные гормоны. Курс пробуждения. Гармония здоровья». «Куриный бульон для души». Юрий Поляков «Небо падших». Людмила Улицкая «Люди нашего края». Фирма «Жон Гришон». Стивен Кинг. Цена 199 рублей. Посмотрите, какие красивые коробки. Такой яркий принт розы. Размер 35 на 22 на 16. Произведено в Китае. Состав полипропилен. Изготовлена она не из пищевого пластика, поэтому пищевые продукты здесь хранить не рекомендуется. Только для бытовых мелочей. Коробка с крышкой. Крышка шире коробки намного. Очень удобно открывать и закрывать. Внутри глянцевая. Снаружи красивый декор, тоже глянцевый. Ну, такую коробку я не возьму, не потому что она мне не понравилась. Она мне очень понравилась. Но я люблю хранить в прозрачных коробках, когда все видно, что я там храню. А так, в принципе, достойная коробочка. Цена 199 рублей. В отделе текстиля появились вот такие подушки декоративные в виде бубликов. Состав полиэстер, полипропилен. Расцветки разнообразные. Очень легкая. Рисунок односторонний. Такие подушечки прошлой зимой продавались в Галамарте. Колготки детские с рисунком. 60 ден. Цвет белый. Рост 122-128. Изготовлены из нежных микроволокон. Мягкие и эластичные. Возраст дошкольная группа от 3 лет. Подростковая, самая старшая, от 15 до 18 лет. Цена 99 рублей. Ой, какой малепусенький светильник. Такой легкий, небольшого размера. Гибкая ножка, сенсорная кнопка включения. Три режима яркости освещения, питание от 3 батареек или через кабель USB. Срок годности 7 лет с датой изготовления. Произведено в Китае в мае 2019 года. Набор школьника состоит из 10 предметов. 4 шариковые ручки, 2 карандаша, ластик-точилка, текстовый делитель, мягкий пенал, линейка 15 сантиметров. Цена 199 рублей. За такую же цену 199 рублей вот такой канцелярский набор. Блокнот, 12 цветных карандашей, точилка и пенал. Набор разный, отличается по цвету. На обороте закладки шпаргалки, вырежи и склей. Цена 199 рублей. Видео пора заканчивать. Буду рада, если мой труд принесет вам пользу. И не забудьте ставить лайки и подписывайтесь на наш канал. Нажимайте на колокольчик. Удачных всем покупок! До новых видео! Пока-пока!